Итак, друзья, всем привет. В общем, это мое первое видео на моем канале. Сегодня я вам хочу показать свою коллекцию лайнеров, которые у меня есть. Рассказать подробнее о каждом. Вот. И, в принципе, продолжать делать видео. Расскажу также немного информации обо мне. Вот, так что приятного вам просмотра. Начнем вот с этого лайнера. Это модель с мульта Boeing 737-800, масштаб 1 к 130, авиакомпания никакая, ну тут написано Аэротрон, но авиакомпании такой нету. В общем, один из моих самых старых самолетов, который у меня есть в коллекции, ему примерно уже 3 года, подарил мне отец моей одноклассницы из России. Вот, и до сих пор у меня есть такой вот довольно-таки прикольный лайнер. Смотрится очень прикольно и красиво. Следующий смульт у меня маленький будет и немножечко побитый. Это мой самый старый смульт, который у меня есть в коллекции. Аэробус А330, по-моему, 200. Авиакомпания Qatar Airways. Как видите, он тут... Двигатель уже отвалился, я там приклеил, палочкой еще поддерживал, чтобы не отвалился. Шасси тоже нету, то есть он действительно очень старый уже. Вот, помню, купили мы его в самолете, когда летели такими же авиалиниями и на таком же самолете, по-моему, из Таиланда. Вот, поэтому, да. Следующий смотр у меня Аэробус А330-200, извините, Аэроберлин, тоже такой же, как этот, только авиакомпания другой уже. Подарила мне этот самолет моя мать на 23 февраля, когда 23 февраля, вот, в честь праздника мужчин, как бы, да, в честь День защитника, можно сказать. Самолет тоже очень красиво смотрится, и я им стал очень сильно беречь, потому что... Вы знаете, что Аэроберлин обанкротилась, поэтому я его сильно берегу. Следующим смотрим у меня Boeing 767-300R, авиакомпания 7. Такой вот зеленый кузнечик, можно сказать. Тоже моя мать подарила его на 23 февраля. Этому самолету уже примерно 2 года как. Этому, кстати, тоже. Вот. Тоже прикольный лайнер, мне тоже нравится, очень классно смотрится, вот. Так что, да, в принципе. Следующий смотр у меня самый маленький, который у меня есть, точнее масштаб самый маленький, 1 к 600. Это Boeing 747-400, авиакомпания Air India. Вот такой вот маленький самолет, прям, вообще прям. Крошечных размеров, ну, это не сказал, что прям маленький-маленький, но довольно-таки маленький, да. Также подарила моя мать на 20 февраля мне. Этот один в масштабе 1 к 600, этот в масштабе 1 к 500, то есть он будет побольше. Это самолет у нас в масштабе 1 к 200, это также в масштабе 1 к 200. Следующий, один из самых моих красивых лайнеров, которые есть в моей коллекции, и, наверное, один из моих любимых. Это Boeing 787-8, компания Azerbaijan Airlines, в масштабе 1 к 200, тоже так же, как и этот, вот, очень красивый лайнер, такая ливрея прикольная, в авиакомпании Azerbaijan, очень красиво, тоже так же подарила мать на 20 февраля, вот такая прикольная ливрея. Кстати, это самолет от производителя SkyMarks. Наверняка никогда не слышали. Вот. Довольно-таки популярный производитель, но в США популярный. В России его, наверное, мало кто знает. Это производитель этого, это Herpa Wings. Этого тоже Herpa Wings. Этого тоже Herpa. Этого тоже Herpa. Насчет этого я не знаю, поэтому... Да. Следующий лайнер у меня идет с один из моих новых лайнеров, который есть в моей коллекции. Тоже очень красивый, прикольный. Это Boeing 757-300, авиакомпания United. Купил я его в Airplane Shop.
буквально недавно, неделю назад, вот, ровно неделю назад я там был. Вот тут можете видеть шасси такие. Смотрит полностью сделан из металла, то есть даже можете, если слышно тут будет по звуку, это металл. Производитель Genime Jets, один из самых дорогих производителей, который я видел. Примерно продается мольда по $100, этот купил я за 87, по-моему. Но он золотой, потому что очень хорошо проработан, прям от этой антенки, Wi-Fi, роутер такой, прям все очень хорошо проработано. Идем на второй этаж, тут уже у нас поинтереснее немножко. И первый смотрим, который у нас на втором этаже, это Airbus 380-800, авиакомпания Etihad Airways. Масштаб бединг 200 вы можете видеть. Один из моих любимых лайнеров, который у меня есть в коллекции, он нереально большой, прям вот моя рука и вот моя рука и, в принципе, сам лайнер. Вот. Он тоже очень красивый, прикольный, прям мне нравится. Тоже от производителя SkyMarks. Следующий у нас идет Boeing 777 Philippines Airlines. 777-300R, масштаб бединг 200 тоже. Такие вот двигатели прикольные. Мой любимый лайнер, который у меня есть в моей коллекции. А, кстати, вот эти два лайнера я купил за свои деньги, вот, поэтому мне их никто не дарил. Следующий самолет мне подарили родители просто так, ну, да. Это Аэробус 340-600. Компании South Africa на масштабе 200. Вот такой прикольный тоже самолет, довольно-таки длинный, крылья непропорциональны по сравнению с фюзеляжем, но это только наоборот, можно сказать, украшает данный самолет. Очень красивый лайнер, мне также очень сильно нравится. Также, а нет, я уже сказал, да. Следующий у нас лайнер идет Аэробус 350-900 авиакомпании Kuwait Airways. Этот лайнер я также купил за свои деньги. Это первый лайнер, который я купил за свои деньги. Тоже очень красивый, очень классный. Такие вот иллюминаторы. Законцовки очень прикольные, мне нравятся в таких лайнерах. Вот. В принципе, тоже очень красивый. Следующий у нас идет Boeing 747-8i, авиакомпания Lufthansa. Очень красивый лайнер. Также купил за свои деньги. От производителя Herpwings. Вот такой вот красивый лайнер. В принципе, вот он, хвостик. Регистрационный номер можем видеть, вот он. Это концовка крыла. Сфокусировать мой телефон. Ну, в принципе, да. Красиво. Также купил за свои деньги, я это уже сказал, и это тоже купил за свои деньги. Идем дальше. Следующий смарт у нас Martin Air Cargo, McDonnell Douglas MD-11F. Это был мой первый самолет, который я купил от производителя Hogan Models. Тоже очень красивый лайнер, мне нравится, особенно вот это вот ливрея Rose Livery. Очень красивая. Тоже мне нравится. Так что да. Тоже купил за свои деньги. Следующий у нас идет Аэробус А321. Наверное, 200 модель. Авиакомпания Spirit. Тоже купил в Airplane Shop. Это две модели купил. Вот это вот я купил. И вот это вот также. Это тоже от производителя Genime Jets. Примерно тоже купил за $80, как и вот это вот. И она тоже очень красивая. Вот можете видеть. Тоже очень красиво все. И последний лайнер, который я сегодня вам покажу, это Аэробус А340-500. Мой второй Аэробус А340 авиакомпании Arikair. Вот можете видеть, это нигерская авиакомпания, тоже производитель Hogan Models, подарили мне его родители на Christmas. Вот можете видеть, регистрационный номер тут есть.
также подставочка. Тоже в масштабе 1-200, вот этот вот. Этот тоже в масштабе 1-200. Этот в масштабе 1-200. И этот тоже в масштабе 1-200. И все вот эти тоже в масштабе 1-200. Это тоже очень красивый лайнер, мне тоже очень сильно нравится, прям смотрится прикольно. Ну а теперь немного информации обо мне. В общем, родился я в Москве, в России. Вот. Но сейчас живу в США, мне 14 лет. Вот, в принципе, мое хобби — это авиация. Я увлекаюсь авиацией, мне нравится авиация. Вот. Часто сижу в пабликах ВКонтакте про авиацию. Часто бывает езжу в Майами посмотреть, спотингом заняться, посмотреть на самолеты, как они здесь летают, садятся. Довольно-таки интересно. Вот. И на этом канале вы также увидите разные видео про то, как я снимаю самолет, как они здесь летают, садятся. У меня еще нет никакой аппаратуры, я снимаю все на телефон. Вот, поэтому в дальнейшем я, в принципе, буду развиваться, надеюсь, и, в принципе, конечно же, буду покупать уже аппаратуру, и, в принципе, буду уже делать непосредственно видео. Вот, в принципе, сейчас у нас надвигаются праздники. Сейчас давайте я... Сейчас у нас уже... 30 число 17 года, в принципе, декабрь месяц, вот, поэтому, да, в принципе, уже скоро Новый год, завтра, вот, в принципе, это моя комната, вид из окна, живу я в городе, кстати, в Майами, вот, США, в принципе, живу здесь уже чуть больше года, и жить мне здесь нравится. Вот, поэтому да, так там красиво все. А это, в принципе, моя комната. Вот так она выглядит. Ну, довольно-таки банально все, но в принципе мне и не нужно там каких-нибудь навороченных вещей. Вот. Поэтому да. Ну что ж, друзья. Это был мой первый влог, я надеюсь, вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. В общем, сейчас немножечко расскажу, что вы увидите на этом канале в дальнейшем. Вы увидите распаковки других лайнеров от разных производителей. Правда, может быть, это будет не скоро, но это обязательно будет, я вам обещаю. Буду делать в дальнейшем анбоксинги разных моделек. Вот. Буду также снимать самолеты в Майами, как они взлетают и садятся в международный аэропорт Майами, Майами International Airport. Вот, так что ждите, в принципе, опять же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вот такие прям жирные лайки. Надеюсь, вам все понравилось, друзья. Вот, ну и, в принципе, до скорого.